Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь не только быстрые обзоры, но и быстрое руководство. Очень много пользователей просило меня рассказать, как на Mi Band 3 установить кастомные watchfaces. И есть длинный путь для того, чтобы вы очень долго и упорно смотрели и пытались повторить, но есть короткий путь. Каким образом быстро можно установить watchfaces, я сейчас вам расскажу. В первую очередь берете, конечно же, телефон и берете браслет. На телефон вы должны установить Mi Fit, стандартно для того, чтобы у вас была связь с вашим браслетом, и я думаю, вы его уже установили. Включить Bluetooth, включить геолокацию, зайти в Mi Fit, выйти из Mi Fit, еще раз зайти в Play Market, скачать программу My Watch Face, зайти в программу My Watch Face, выбрать любой понравившийся вам циферблат, конкретно обязательно, конечно же, для Mi Band 4, кликнуть на него. В правом верхнем углу вы увидите кнопку «Скачать». Нажать ее, выбрать место сохранения локальный в Mi Fit, после чего программа сама перекинет вас в мои циферблаты. Вы немного должны подождать и увидите галочку внизу, что циферблат у вас загружен в отдельной вкладке «Мои циферблаты». Конкретно, если кто не знает, где находятся циферблаты, это после захода в Mi Fit выбираете свой браслет, в нашем случае Mi Band 4, кликаете «Настройки циферблата», после этого вы попадаете во вкладку «Циферблаты», рядом с этой вкладкой есть вкладка «Мои циферблаты», вы нажимаете на нее, и тот циферблат, который вы выбрали в Watch Face, оказывается именно в ней. После этого вы кликаете на этот циферблат в этой папке, и ваш циферблат уже будет установлен на ваш браслет. Для владельцев iOS систем, то есть айфонов, вы можете скачать программку MS Tools, и при скачивании bin файла нажимаете «Открыть как» и выбираете MS Tools, и все. Все крайне просто, вот такой вот гайд на одну минуту. Если хотите выиграть один из трех браслетов Mi Band 4, смотрите в описании, как это сделать. Каждые две недели розыгрыш среди подписчиков браслетов Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition, плюс несколько других конкурсов, все в описании к видео. Девайсу да или нет, польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!